Новый мощный солнечный телескоп Даниэл Кей и Ноуэй начал делать снимки поверхности нашей звезды. Они самые детальные из всех, которые когда-либо получали астрономы. На фотографиях можно увидеть объекты размером до 30 километров. Телескоп запечатлел гранулы в фотосфере Солнца. Они образуются в результате конвекции плазмы. Во время теплообмена формируются колонны конвекции. Гранулы – это их видимая вершина. Эту зернистую структуру называют грануляцией. Диаметр обычных гранул достигает 1500 километров. Время их существования длится до 20 минут. Под фотосферой есть слой супергранул. Их диаметр – 30 тысяч километров, а время жизни – сутки. Телескоп Дэниэл Кей и Ноуэй находится на гавайском острове Мауи рядом с вулканом Халеакала. Это место выбрали из-за малого светового загрязнения и благоприятной для наблюдений погоды. Строительство телескопа началось в 2013 году. В этом полугодии его оборудуют инструментами для измерения магнитного поля. Телескоп с 4-метровым зеркалом поможет ученым отслеживать солнечную активность и точнее предсказывать геомагнитные бури. Это природное явление может нарушить связь, работу систем навигации космических кораблей и даже разрушить энергетические системы. Исследователи надеются в ближайшие годы сделать с помощью телескопа много важных открытий.